Крещенскую ночь в российских городах, пожалуй, можно назвать одной из самых оживленных. Тысячи человек съезжаются к местам купания, чтобы окунуться в воду, которая, как считается, становится в это время святой. В Ульяновске таких мест было 8 во всех районах города. Наша съемочная группа отправилась к Иорданям в Ленинском районе. Иордани около автомеханического техникума уже давно стали одним из самых популярных мест для крещенских купаний среди ульяновцев. Вот и сегодня, несмотря на мороз примерно градусов 20, сюда пришли уже сотни человек. Крещенская ночь в этом месте имеет еще одну особенность. Вот уже много лет здесь проходит крестный ход с факелами, которые проводят священники Духосошественского храма. Завораживающее зрелище становится дополнительным стимулом к тому, чтобы отправиться на купание именно к автомеханическому технику. Но главной стихией в эту ночь все-таки не огонь, а вода. Окунуться в ней желают в прямом смысле и старый млад. Причем именно молодых лиц на Иордании в последние годы становится все больше. Вы первый раз пришли купаться, нет? Нет, пятый год подряд. Вот как, уже все, традиционно, все, да? И не боитесь в мороз, в холодную воду? Нет, наоборот, бодрит, классно. Дайте, все советую. Такое же мнение разделяли и те, кто пришел окунуться в прорубь впервые в жизни. Как вам ощущения? Все классно. Офигенные. Все классно. В который раз купаетесь? Первый раз в жизни. Еще одной крещенской традицией становится купание целыми семьями. Причем в этом году некоторые из родителей купались в Иорданиях прямо с детьми на руках. Я давно купаюсь. А ребенок первый, да? Да, хочет искупаться. Вера, не боишься? Не боится. Слава сейчас поднимется. Одна только. Что касается погоды, то к 18 января до Ульяновска все-таки добрались крещенские морозы. Хотя еще на прошлой неделе в МЧС говорили, что толщина льда может не соответствовать требованиям безопасности. На Иорданиях возле автомеханического техникума и на пруду в Белом Ключе для постраховки даже нарастили лед. Это и безопасность повысила, и позволило желающим искупаться не ждать своей очереди по щиколотку в ледяной воде. Что же касается погодных предпочтений самих купающихся, то по словам некоторых ульяновцев, температура воздуха им не так уж и важна. Наверное, скорее всего, настрой должен быть. Потому что мы все вышли, все окунулись, вот... Просто должен быть настрой. Вот, идет человек с настроем, значит, все будет хорошо. А к настрою добавляли еще один секрет удачного крещенского купания. Как ощущение вам? Свежо, хорошо, только, наверное, русский человек сильный духом на это способен. Всего, по данным областного управления МЧС, за крещенскую ночь в прорубь окунулись 11 тысяч человек. И главное, все прошло без происшествий. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.